Никогда такого не было, и вот снова. Пишет мне один из подписчиков. Здравствуйте, я ваша подписчица. Посоветуйте, пожалуйста, к кому можно обратиться, чтобы вернуть деньги, которые слил брокер из московской биржи. 12 320 евро кредитные. Надо закрывать кредит на брокерский счет. Переводил в виде биткоинов через Total Coin. Чеки сохранились. Спасибо. Это первое письмо. И второе письмо, ну, подобное же. Что делать? Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, я уже зачитал первое письмо, значит, читаю второе. Во втором письме человек тоже меня спрашивает, вот хочу начать инвестировать. Если первое письмо кажется там полуграмотный человек, то здесь более-менее грамотный человек, он айтишник, говорит сам про себя, но при этом пишет, а можно у вас спросить? То есть я ему, он говорит, я хочу там Тиньков, значит, начать инвестировать, открытие и так далее. И вот он спрашивает у меня, а можно у вас спросить? Знакомый связался с Тиньков. Тиньков. И хотя Тиньков всегда уважал, за качество работы, но тут они предлагают какие-то странные вещи. Суть. В общем, товарищ откликнулся на рекламу в Инсте Тиньков по инвестициям. Ему перезвонили с Тиньков, говорят, что вот мы с вами будем, что вот мы вам будем говорить, что и когда купить, продать. Вы с этого зарабатываете и нам платите 20%. Стандартная схема на самом деле. От чистого дохода гарантируем 18-23%. При этом я так понял, что в месяц от капитала Тиньков. Товарищ согласился. Через час ему перезвонили от Тиньков другой сотрудник. По сайту через демонстрацию экрана помогли все настроить и завести деньги на счет. И даже сделали покупку евро валютной парой. Продажа потом автоматически происходит согласно настройкам. То есть там робот какой-то, все нормально. Заметьте, евро, так сказать, покупка, валютная пара. Что странно, пишет мне человек. Деньги друг завел через Сбербанк онлайн и какой-то там обменник Альфа-Бит. Никакого договора ни с Тиньков, ни с этим сервисом, где торгуешь. То есть у человека вкрадывается сомнение, в общем, сказать, совершенно справедливое. Не нужно платить 13% налога, так как торговля происходит, как они объяснили, на иностранной бирже. И вывод денег осуществляется путем покупки биткоина, а потом их перевода в рубли на свою карту Сбербанка этого же. Вот, услуги Тиньков оплачиваешь просто тоже каким-то переводом. Товарищ завел туда 20 тысяч рублей, и Тиньков говорит, ну это лишь для теста и для старта, а так вообще нужно больше заводить, ну и дальше все стандартно, чтобы не валютой торговать, а инструментами, поприбыльней, акциями, и подбивают побольше сумму заводить и так далее, но говорят, что в среднем средний клиент имеет 3-4 счета, на каждом по 250 тысяч рублей. Подскажите, пожалуйста, афера ли это или нет, и нужно ли остановить тут же взаимодействие с ними. Ну, я говорю, действительно, это афера. Вот, смотрите, что общего здесь между этими двумя запросами. Но общее, так сказать, вы заметили, что люди говорят, что это брокер. На самом деле это не брокер, это дилеры от Форекс. Они ну, просто прикидываются брокером. В данном случае вот, так сказать, брокером Тиньков прикидываются. Брокер Тиньков действительно очень солидный брокер и действительно ничего такого предлагать не будет. Ни один нормальный брокер ни на какой московской бирже не будет вам предлагать 18-23% в месяц. Вот, но, значит, люди,
Без конца клюют вот на это дело. И чем дальше, тем больше. У меня просто, я диву даюсь. Значит, еще один запрос у меня недавно. Значит, подскажите, пожалуйста, Royal Gold FX нормальная компания? Ну, ребята, Royal Gold FX. Что такое Royal? Королевский. Gold. Золото. FX. Это Форекс явно. Нормальный брокер? Ну, блин, конечно, нормальный. Ребята, нефть, алмаз, инвест. Золото, бриллианты, вы в шоколаде. Нормальный брокер? Да, конечно, нормальный. Конечно, вкладывайте все свои деньги, и вам, так сказать, будут 20% в месяц делать легко. До тех пор, пока вы, значит, это самое, способны платить. Так вот, я не знаю, ну, никаких слов нет, вообще говоря. И... Что я ответил, что, ну, тут сказать, вот в Телеграме, в частности, я пишу, вас обманули, значит, там ни один брокер на московской бирже и так далее, и так далее. Что отвечает мне человек дальше? Значит, ну, вы послушайте меня, вот, ну, меру всего этого я не могу, меня уже бесит. Отвечает человек, я говорю, ну, она спрашивает там, типа, куда обращаться, я говорю, обращайтесь в полицию, и все. Да, еще есть реклама сейчас на Ютубе выскакивает, регулярно мне выскакивает какая-то тетка и говорит, мы помогаем вернуть деньги от, значит, там, нечестных брокеров и так далее, и так далее. Ребята, это тоже вымогатели, скорее всего, потому что я и их тоже анализировал. Ну, блин, ну там где-то, блин, ТОО, значит, там зарегистрировано первый холодильный переулок. Я знаю это здание, так сказать, там, я посмотрел, проверил. Ну, вы смотрите, ребята, ну, хотя бы на что-то, хотя бы какие-то ОГРН, с кем вы заключаете договора, чем люди занимаются, где там лицензия Центробанка и так далее. Вот. Я говорю, что вас кинули, все, шансов никаких нет, 12 320 евро. Ну, я перевел, понятно, что там человек взял 1 000 000 рублей в кредит. И она спрашивает, что делать там, я ей отвечаю, что ничего, забудь и попытайся отдать деньги. Вот, потому что придется очень долго и упорно отдавать эти деньги. Вот. И, значит, после того, как я ответил ему или ей, тут непонятно, значит... «Вы правильно говорите», – отвечает он, она мне. «В полиции даже не стали брать с меня заявление». Естественно, почему не стали брать заявление? Потому что когда вы, значит, вот открываете вот этот счет у форекс-дилера, у этих вот компаний, там вы ставите галочку, то есть он вам говорит, вот здесь галочку поставьте, что вы согласны со всем, а что там за согласие, это значит, что вы предупреждены о том, что торговля на рынке Форекс сопряжена с огромными рисками. И вы ставите эту галочку, что вы об этом предупреждены и согласны, то есть вы поставили этой галочкой подпись. И это дает им основание говорить, что они вас предупредили, что вы были предупреждены о том, что вы рискуете потерять все деньги, что, в общем сказать, они вам помогают и сделать. Они даже эти деньги не заводят на биржу. Вот. И, значит, поэтому заявление в полиции у вас не примут. А те фирмы, которые говорят, что мы поможем вам вернуть деньги, но они теоретически могут помочь вернуть деньги, если вы ни одной операции не сделали, если вы тут же одумались, если вы хоть одну операцию сделали и слили в результате своих операций свой депозит, вам никто уже не поможет. Вам обращаться только в психлечебницу. Вот. И, значит, но я все же схожу и напишу, пишет он, она, значит, так как каждый месяц не могу, судя по всему, закрывать кредиты. Может, банки будут на меня подавать в суд? Естественно, будут. Потому что человек, понимаете, вот, взял чужие деньги и вложил туда. Вот. Ко многим моим компаниям по возврату средств обращалась. Некоторые отслеживают и могут перевести на криптокошелек ООО. НЭС отследили. Сказали, что кошелек мошенника все еще активный. Можно обратиться в уполномоченные органы, арестовать их счета. Ну да. Но только не знаю, кому верить. Вокруг одни мошенники. Есть такая компания, которая возвращает, спрашивает она у меня. И пишет дальше. Слушайте внимательно. На данный момент мне надо закрывать кредиты. Можете подсказать?
К какой компании довериться, если найти деньги и инвестировать, чтобы хотя бы какие-то деньги заработать, чтобы покрывать долги? То есть, понимаете, человек, блин, берет кредит, 1 000 000 рублей, отдает их мошенникам и говорит: я хочу взять еще 1 000 000 рублей, если я найду, кому их отдать, кто для меня будет зарабатывать деньги. Человек берет в кредит деньги, понимаете? То есть кредит надо отдавать с процентами. И какие-то есть добрые люди, которые будут зарабатывать 20% в месяц для вас. Ну, подумайте, вот вообще. Вот, и я не знаю, слов нет. Ну, вообще, значит, ну как? Вот, я говорю, я пишу, нет таких компаний, люди, нет таких компаний, чтобы взять деньги в кредит, дать им и с прибылью платить за, и с прибыли платить за кредит. То есть банк дает кредит, значит, под 20%, люди дают вам 20% в месяц, вы, значит, берете кредит в банке, отдаете какой-то компании, компания совершенно бескорыстно вам дает кучу денег, вы расплачиваетесь с кредитом и улыбаетесь. Я говорю, нет таких, понимаете, нет таких. И я пишу человеку, что придется вам работать на 2 работах, на 3 работах, что-нибудь продать, там, дачу какую-нибудь, машину, квартиру, я не знаю, чтобы рассчитаться с кредитом. В принципе, сумма не такая большая, можно за год рассчитаться. Человек мне отвечает: я работаю в госучреждении. Зарплата составляет всего около $180 в интернете. Можете посоветовать, какие могут быть подработки? Кредит ежемесячно надо платить около $700. Я могу объяснить только вот из вечной русской просто вот, но я не знаю, ну здесь явно не русский человек. Вот. В русском языке есть, в русском фольклоре есть многочисленные сказки про то, как Иван-дурак, значит, вдруг стал, значит, таким вот принцем, царевичем, там, по щучьему велению, там, конек-горбунок, значит, там, урвал птицу, так сказать, жар-птицу, что там еще, Емеля, значит, там, на печке, значит, лежит, а деньги сами идут. Не бывает такого, ребята, деньги зарабатываются. Если вы хотите заработать деньги вот на бирже, и если вам кто-то скажет самое ужасное, что это действительно возможно, но вы можете это делать только сами. Вот я показываю себя на канале, что вот мне удалось там буквально за день, значит, там 80% сделать. Это теоретически возможно. Но что для этого нужно делать? Для этого нужно, во-первых, учиться много, долго, все понимать. Самому вот мозолистыми руками заниматься трейдингом, непрерывно сидеть за компьютером, смотреть, отслеживать все это, строить стратегии и при этом регулярно еще терять деньги. Ни у одного трейдера не бывает безубыточных сделок, ни у одного трейдера не бывает. И все эти доходы, они, значит, сопровождаются и, так сказать, убытками тоже. Поэтому этим надо заниматься, этим надо учиться. Если вы хотите разбогатеть, то для этого надо трудиться. Если вы хотите, если вы заработаете $180, вот, ну, значит, вас это устраивает. Если вас это не устраивает, если вы хотите заработать денег много и быстро, то занимайтесь бизнесом, предпринимательством, открывайте свою фирму, торгуйте чем-то, я не знаю чем, придумайте какую-то бизнес-идею и начинайте торговать. Есть масса вариантов, как заработать в интернете, ну, то это тоже бизнес, пожалуйста, партнерские ссылки, я предлагаю, вот у меня есть ссылка вон там, под видео будет.
Как начать зарабатывать, если нет денег? У меня по этой ссылке записалось туда больше 2000 человек. Знаете, скольким людям из них удалось заработать? Ни одному, потому что это труд, это сложно, потому что, да, можно, не вкладывая деньги, заработать, но это непрерывно объяснять людям вот то, что я делаю, снимать видео, научиться, это мой канал, то есть я, когда снимаю видео, сколько я вкладываю денег? Да нисколько, а мне платят и за рекламу, значит, YouTube платит, и, значит, там какие-то партнерские ссылки у меня есть, мне тоже платят, я продаю свои курсы, в конце концов, в которые я тоже вроде бы ничего не вложил. Это мой опыт. То есть можете написать книгу, пожалуйста. Я говорю, пожалуйста, продавайте мои курсы, я буду платить вам до 50% своей прибыли. Что-то мало у кого получается. 2-3 продажи и все, понимаете? Потому что этим надо заниматься. Люди говорят, не, это не мое. Я говорю, хорошо, пожалуйста, займитесь сетевым маркетингом, продавайте какой-то очень хороший товар, уникальный какой-то людям и предлагайте, стройте свою схему. Нет, сетевой маркетинг нам не подходит. А что же вы хотите? А я хочу, чтобы взял деньги и получать сразу бесконечно много, 20% в месяц. И тут же теряют деньги. Ну, ребята, ну чудес не бывает. Ну, не верьте вы в эти чудеса. Пожалуйста, не верьте. Значит, если я зарабатываю какие-то вот за день, там мне удалось, ну, во-первых, это далеко не каждый день, я вам честно скажу. А во-вторых, чтобы это сделать, я очень долго и скрупулезно разбираюсь с этими опционами, в опционных стратегиях. То есть я там вот, ну, просто буквально представляю, у меня какие-то образы. И если вы хотите этим же заниматься, пожалуйста, нажимайте на ссылочку туда или вон там, вон будет ссылочка. И, пожалуйста, demitkovyur.com, там биржа для чайников и опционы. Изучайте эти два курса, значит, там, ну, если опционы, то это оба курса сразу изучайте. Там, ребята, там очень-очень много технической информации. Это записи курсов. Каждая биржа для чайников 1,5 месяца, 3 раза в неделю по 2 часа занятия я проводил. Опционы столько же. То есть это очень много. Это огромная информация. После того, как вы пройдете курсы, вы будете все в этом понимать. И будете потихонечку начинать самостоятельно торговать. Я вам не гарантирую, что вы получите сразу прибыль. Нет, не будет там такого. То есть вы разработаете собственную стратегию в соответствии с вашими внутренними какими-то чертами характера. И только тогда, после того, как вы приобретете опыт, то вы начнете зарабатывать. Если вы хотите без курсов самостоятельно начать, пожалуйста, только это будет немножечко дороже. Ваш опыт будет стоить примерно, ну, там, от 400 до 2 миллионов, от 400 тысяч до 2 миллионов. Вот сколько это стоит, потому что, ну, вы будете учиться на собственных ошибках. Это очень помогает, очень хорошо знания усваиваются. Ну, блин, ребята, это вот такие вот ошибки, там, вот миллион человек потерял, и она хочет еще миллион вложить, спрашивает, куда? Да никуда. Вот, поэтому... Друзья мои, если вы хотите, значит, заработать быстро, очень короткий путь, курс «Биржа для чайников» – это лучшее, что вы сможете найти по такой цене в интернете. Курс по опционам – это вообще, значит, опционами очень мало кто занимается, в этом мало кто разбирается. И, ну, про опционы, наверное, я один из лучших, кто может объяснить людям достаточно доступно. Кроме того, если вы записываетесь на эти курсы, то, значит, у вас будет... Я вас приглашаю в чаты, где вы можете задавать вопросы, так сказать, консультироваться, общаться непосредственно со мной. Я постоянно помогаю людям. Они говорят, там, ну, куда нажать, там какие-то сложности. Пожалуйста, у нас всегда есть взаимовыручка, взаимопонимание. И мы обсуждаем, куда инвестировать, как инвестировать. То есть этот сервис вы тоже получаете, причем без дополнительной оплаты. В сложных случаях я лично подключаюсь и помогаю людям как-то вот, ну, решить какие-то проблемы. Но всем подряд я не хочу помогать, ну, только тем, кто, естественно, заплатил за курсы, потому что, ну, таких людей очень-очень много. Вот вы видите, обращаются там совершенно люди
Вот, какие-то биткоины и так далее. Биткоин это все. Значит, если предлагают пополнить счет через биткоин, значит, однозначно 100% вы сотрудничаете с мошенниками и денег вы не получите. Вот что я вам скажу. Вот. Ну, а сейчас в заключение, вот, извините, конечно, за мои излишние эмоции, потому что, ну вот так вот, ну вот так. Ну, а сейчас лайк, подписка и, значит, ну, если вы хотите научиться зарабатывать, то, пожалуйста, dimitkovyur.com, биржа для чайников и опционы, это для вас. И в заключение могу сказать, что дальше будет хуже, потому что в ближайшее время вот такого бешеного роста фондового рынка уже не будет, и надо включать мозги. Но с другой стороны, будет волатильность высокая, то есть будут вот такие колебания, на которых можно как раз заработать очень-очень большие деньги. Но для этого надо, опять же, еще раз повторяю, изучить все это дело. В бирже для чайников я рассказываю там как стратегии, как через заявки, стоп-заявки, значит, там этого мало кто знает, я вам честно скажу, там полностью все рассказываю, значит, о том, как уровни, значит, там поддержки, сопротивления и так далее, о чем говорит Герчик, но Герчик за это берет 54 тысячи за три занятия, насколько я помню, у меня всего 7,5 тысяч за, извините, сколько там занятий. 3, 4, 12 занятий по 2 часа, вот так вот. Ну, то есть совершенно несопоставимые цифры и примерно то же самое. Опционы, ну, опционы это уже для более продвинутых, скорее для технарей. Вот, ну, на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи и не попадайтесь на мошенников.